Господин президент Российской Федерации, мы, жители и работники совхоза имени Ленина. Наше градообразующее предприятие используют лучшие технологии в сельском хозяйстве. Здесь люди получают достойную заработную плату и социальную поддержку. Мы имеем уникальную инфраструктуру. Но, к сожалению, в настоящий момент на наше предприятие ведется мощнейшая рейдерская атака, парализующая деятельность предприятия и поддерживаемая несправедливыми решениями судов. Целью рейдеров является ликвидация предприятия и застройка земель сельхозназначения жилыми массивами. Кроме того, наш поселок и другие сельские поселения хотят объединить в городской округ. Процесс объединения ведется с явными нарушениями и без учета мнения местных жителей. Мы обращаемся к вам, как гаранту Конституции, прекратите захват предприятия, восстановите справедливость судов, обеспечьте гарантированный Конституцией Российской Федерации учет мнения жителей по поводу объединения в городской округ. Остановите беззаконие! Мы за совхоз! Мы